казак хочу. Там для себя ламас. Типа сапожник без сапог, да? Игорь. Получилось, что да. Казак хочу. Я тоже казак хочу. Он такой сидит и дивится на лайки. Да, то что такие собаки такие. О, привет, Ваня. Привет, Ванюха. Что там, разобрались? Что-то придумал? Ты сказал своей подруге, чтобы на новый телефон покупал? На крузак баба пока что, не заработал? Собаки лайкают. Не, собаки как раз-таки не лайкают, а прекрасные люди лайкают. Поддерживают меня, мою трансляцию. Ребята, кинула вам сундук, подпишитесь обязательно на ведущего, подпишитесь на каждого дарителя, на Николая, он у нас в топах, поэтому Николая заберите. Забираем, расскажите, как ваши дела, что ты, Ваня, дома сегодня или нет? Уже. Что, уже? Ай. Спасибо за лайки. Да ты гонишь. Я гоню? Чё я гоню? 40 тысяч долларов. Подумаешь, каких-то 40 тысяч. Игорь, ты же крутишь этими машинами, крутишь. Ты что, еще не наебал людей на 40 тысяч долларов? Как твои дела, как погода? Ничего, нормально. Спасибо за лайки, ребят. У вас есть 1 минута, уже меньше 1 минуты осталось, чтобы вы забрали свои монеты. Ребят, поделитесь трансляцией, подпишитесь. Десяточку тапаем, кидаю следующий сундучок. А броки сделаю? Нет. Это ты давно не заходил. Ты давно просто ко мне не заходил, поэтому тебе кажется, я наоборот ресницы сняла. Слышишь, Ваня? Внимательность, да. Да-да-да, кстати, может, ты смотришь и не понимаешь, что-то поменялось, а поменялось то, что я обычно с ресницами, а сейчас и без ресниц. Может, а сейчас акцент больше на брови. Брови у меня стабильность, это как всегда. Я же бровист, я с бровями постоянно. А вот без ресниц. О, ребят, последние секунды, открывайте сундук, пишите обязательно, кто забрал, потому что сундучок на 5 человек стоял. Отпишите здесь в чатике, ребята, кто присоединяется, потапали, еще десяточку тапаем, быстрее, дружненько натапали. Я кидаю еще сундучок. О, 5 монеточек, супер. Так, я думаю, что-то есть. Что-то промахнулся. Сразу на брови подумала. 10 на базу. Прекрасно. Я надеюсь, вы на меня уже все подписаны. Те, кто забрали, ребят, zero. Ну, бывает. Серенький тоже 0 забрал. Ребят, у кого есть возможность, кидаем. Кому нужны подписочки, кто поддержит ведущего, потому что я одна, ребят, не вытащу, чтобы... Спасибо, Ванюха. Чтобы всю трансляцию кидать в сундуки, ребята, мне нужна поддержка. Поэтому кидаем еще сундучки, чтобы нас было больше, чтобы я не чувствовала себя одиноко. Все, остальные свалили. Чисто собаки сутулые. Что-то такое прикольное, я не видела. Кролик, прикольно, спасибо. Кто кинул сундук? Ваня, спасибо. Ребята, от Вани сундучок. Давайте, еще 6 тысяч, еще от кого-то сундучок. Спасибо, ребят. Спасибо, что меня поддерживаете, что я уже себя не чувствую одиночкой, что мне одной придется дарить. Уже я чувствую прям поддержка, серьезная поддержка от мальчиков. Да, 2 сундука. На сколько минут, на сколько человек, на 16 человек. Все, ребят, супер, 10 взял, 10 вернул. Да, ты что-то такой честный. Ну, прям спасибо. Возвращать это не обязательно, мне хотя бы просто, чтобы подписались, чтобы, ну, чисто чайками не было.